Всем привет! Начинается подготовка к дачному сезону, поэтому мы посадили рассаду, помидор, но их надо дополнительно освещать. Вот так посмотришь, вот у некоторых на окнах красные лампы горят, фитолампы или как они там называются. Вот. Но я взял и на Алиэкспрессе выписал вот такую вот. Но она светодиодная. Конечно, яркость у ней будет не особо. Вот. Но раз я их получил, две штуки, надо, значит, их соответствующим образом оформить. Так, она выглядит так. Вот если ее тут вот так открываем, пакет этот, вот она, вот такая. Так, сюда мы, значит, соответственно, 5 вольт подаем через гнездо USB. Ну, куда хотим, туда и подключим. Да. Вот. Но теперь нужно их взять и вот на такую рейку приклеить их. Эта рейка, это вот в окнах пластиковые. Пластиковые окна, и там сетка, вот она вот эта вот, от сетки от этой, вот она алюминиевая, тогда. Вот я сейчас возьму ее и вот так наклею одну полоску и другую. И вот она у меня будет над нашей рассадой висеть. Так, значит, вот я ее одну распечатал, вторую тоже. Тут у нее вот так сделано. Шнурочек такой маленький, и все. Теперь надо вот эту липкую эту отклеить, чтобы здесь оказалось липучей вот это вот. Так, ну я ее, наверное, начну вот с этой стороны клеить. Катушечка эта мне не понадобится больше никогда. Вот эту вот синенькую отлепляем, а вот эта она липкая. Вот ее и надо приклеить. Суметь. Так, ну как это делается? Сейчас покажу я вам, как это делается. Вот так вот берем ее. Все. Вот, одну полоску я приклеил. Ну, раз их у меня две, надо и вторую клеить. Так, а вот этот конец, вот, надо его закрепить. А то это тут все оборваться может. Как-то бы. Но так как эта лента красные светодиоды, значит, нужна красная изолента. Синяя не годится. Не, вы чё, нет, не годится. Так, пока прилеплю, так, потому что сейчас второй слой буду еще делать. Вот так. Так. Ага, теперь вторую надо. Вот она, вот такая. Так, ну этот шнурочек тоже такой же длины, похоже. Да, ну все точно так же. И буду я его с этого же края клеить.
Аналогично. У меня еще такая лента есть. Там белые светодиоды. Мне белые не надо. Вот. А сюда можно будет леску наматывать, если вдруг вздумаю. Вот я сделал две полоски 5-вольтовые. Так вот, их можно, в принципе-то, спаять между собой по длине. Но мне такой длинной не надо. Вот, тогда можно будет просто включить 5 вольт. Она вот тут такие вот идут, только проводящие вот эти вот полосочки. И вот, вот у них есть контакты вот тут. Вот плюс-минус 5 вольт, плюс-минус. Вот одно звено вот такое. Так, это сколько тут? 3 светодиода в одном звене. Вот так вот они сделаны. Так, ладно, сейчас я эту тоже закреплю. Включу и посмотрю, что из этого выйдет. Как он там засветится. То помидоры-то уже выросли. Сантиметра 2, наверное. Вот, надо им освещение дополнительное. Так. Ну вот, такая вот она. Красная. Красная светит, красно, красиво. Но камера она не передает, она у нее тут цветокоррекция такая есть. Вот, и она передает просто как белая. Вот, на самом деле она красная. Ну даже красиво. Обалдеть. Вот, теперь вот надо придумать, как же это сделать-то, чтобы она светили оба. Или на один этот, на адаптер на один. Ну, два-то уж как-то несерьезно. Ну, надо сделать. Не, ну, товарищи, мне даже нравится. Так, ну, я тут мудрить особо не стал. Вот взял и сделал вот так. Вот они, два этих кончика, два гнезда USB. Вот они. А вот эту вот колодку, вот, у меня плата материнская есть. Как мне подсказывали, говорит, она у тебя исправная была. Была исправная. Ну и вот я из нее взял, и вот тут вот это дело оттуда выпаял. Правда, трудно мне пришлось выпаивать, но я ее выпаял. А вот этот вот адаптер. Вот он 5 вольт выдает. В общем, я его использую. Значит, припаял я. Теперь я беру здесь и включаю их сразу оба. Так, ну адаптер я включаю в розетку сейчас сразу. Так, одна загорелась. Так, берем. Вторая загорелась. Вот, ну, в общем, вот так. Все это дело светит. Но дело в том, что адаптер, в общем-то, слабенький. И вместо 5 вольт у меня 4,8. Ну, внешне вот так, если смотреть, как бы яркость та же и осталась. Ну, посмотрим. Посмотрим еще, насколько у него мощности хватит. Как поработает подольше. Если что-то будет мне не нравиться, значит, ну, значит, я помощнее какой-нибудь адаптер сделаю. Вот, ну, а теперь надо его это над рассадой водрузить. Вот так выглядит эта лампа над нашими помидорами, которые вот они начали прорастать помаленечку. Вот, лампа, вот она как. Вот такое вот освещение надает. Для помидор. Так, у меня тут еще сверху другая лампа висит. Вот, которая белым светом светит. Сейчас я его включу. Намного ярче светит. Это ясное дело. Вот, ну, говорят, что красный это полезный свет для них. Так что вот я сейчас это опять
белый свет этот выключу. Вот, и вот остается вот такой красный. Так что вот, товарищи, кто хочет, может купить себе эту ленту. Она разной длины продается, там и полметра, и метр, и 2 метра, кажется. Ну, где ее можно взять, там в конце фильма будет это под фильмом сноска, где ее можно выписать, эту ленту. На этом я заканчиваю. Большое спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам хорошего. Пока.